Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9, урок 44. Реши уравнение с проверкой. А умножить на 4 равно 32. В данном уравнении неизвестен один из множителей. Чтобы его найти, нужно произведение разделить на второй множитель. То есть 32, разделив на известный множитель на 4, мы найдем наш неизвестный множитель. Он равен 8. Для выполнения проверки найденное число мы подставляем в уравнение вместо а. 8 умножить на 4 равно 32. 32 равно 32. Второе уравнение. 36 деленное на b равно 9. В данном уравнении неизвестен делитель. Чтобы найти делитель, нужно делимое разделить на частное, то есть 36 разделить на 9. Мы найдем значение b нашего делителя. Он равен 4. Выполним проверку. 36 разделить на 4 будет 9. 9 равно 9. 5 умножить на k равно 20. В данном уравнении неизвестен один из множителей. Для этого мы произведение 20 делим на второй известный множитель, на 5, и находим наш неизвестный множитель. Он равен 4. Выполним проверку. 5 умножить на 4 равно 20. 20 равно 20. t, деленное на 4 равно 4. Будем находить делимое. Чтобы найти делимое, нужно делитель умножить на частное, то есть 4 умножить на 4. И мы найдем t. Оно равно 16. 16. Выполняем проверку. Делим на 4 равно 4. 16 разделить на 4 будет 4. 4 равно 4. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.